Священномученик Алексий родился в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. В 27 лет Алексий окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со званием кандидата богословия и стал преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре Алексий Ставровский был рукоположен в сан иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, и он прослужил здесь 34 года. В 1896 году протоиерей Алексий Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным Санкт-Петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, а это почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Обе церкви были им значительно благоустроены, жизнь в них кипела. Огромное влияние протоиерей Алексий Ставровский оказал на положение всего военного духовенства. Как выдающийся общественно-государственный деятель, он был представлен государю, а семейству отца Алексия за его заслуги перед Отечеством было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. Этих заложников перед расстрелом поставили в ряд и объявили, что в качестве репрессий за убийство Урицкого будет расстрелян каждый десятый. 84-летний отец Алексий стоял девятым, но, желая спасти молодого священника, который был десятым, поменялся с ним местами и был расстрелян. Точная дата смерти и место погребения священника неизвестны. Октября. День памяти священномученика Алексия Ставровского, пресвитера.